Очень хочется закончить наш выпуск на положительной ноте. Представляете, оказывается, Деду Морозу всего 6 лет, а Снегурочка старше его на 4 года. Так считают малыши из детского сада «Кораблик». Мы пришли туда, чтобы узнать, что же хотят увидеть малыши 1 января под своей елочкой. То, что попросили малыши у Деда Мороза, очень разнится с тем, что хотели в этом же возрасте их родители. У каждого ребенка поколения Некс есть свое индивидуальное пожелание к бородатому волшебнику. Девочки уже не мечтают о куклах, а мальчиков не привлекает грузовой автомобиль. Я хочу получить подарок от Дедушки Мороза настоящего скелета. Я хочу игру «Человек-паук» на Соньку. Я жду Деда Мороза ватрушку, которая с горки кататься. Я хочу, чтобы мне Дедушка Мороз подарил 2 киндер-яйца. Зайчика. Барби. Хочу подарок. Лего. Я больницу. Глобус. Духи. Я хочу, чтобы мне Дед Мороз принес лыжи. Винтик. Я хочу получить пистолет. Ребята признались, что пока им не удалось увидеть настоящих Деда Мороза и Снегурочку. Но ко встрече с ними малыши на 100% подготовлены. Еще бы, так просто подарки им не отдадут. Нужно и стихотворение рассказать, и песенку спеть. Стихотворение Есенина «Белая береза». Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежною каймой распустились кисти белой похромой. Я в новом году вам желаю успеха, побольше веселого звонкого смеха, побольше веселых друзей и подруг, чтоб все с вами смеялось вокруг. Малыши из детского сада «Кораблик» знают, что маму Снегурочки зовут Зима, что Дед Мороз живет в Великом Устюге, он больше, чем человек, потому что у него есть волшебный посох, который превращает детей в сказочных героев. Он может исчезать, прятаться, делать всякие хорошие дела. Это что он в шубе теплой. Он умеет колдовать. Он может сквозь двери пройти в дом. Он ростом большим, чем Снегурочка. Он самый высокий. Он одет в красную одежду. Красные сапоги до красные перчатки. Еще ребята нам рассказали, что в мире насчитывается около 7 Дедушек Морозов. Но в новогоднюю ночь они раздадут подарки абсолютно всем, даже тем малышам, которые в течение года вели себя не очень хорошо.